складывается таким образом, что вот эти хозяева положения, они каким-то образом уничтожены. Оставшиеся 20% они ищут себе нового покровителя, тот, который их зачистил, и готовы ему служить. Нужна ли их служба будет этому новому покровителю, и кто им в конце концов окажется, пока неизвестно. Но само проявление этой силы состоялось. Сила, она явно конструктивная, потому что она не дала, ну, хотя бы разрушить столицу нашего государства, которую видели, еще раз подчеркну, разрушение, которое видели многие ясновидящие, это десятки людей. И мы можем надеяться, что вот эта конструктивная сила, которая зачистила черных, что она может повернуть теперь нашу цивилизацию неким достаточно положительным путем. Следующий акт, который с ними случился и при их участии, это то, что они примерно тоже 2 года тому назад собирались, скажем так, разрушить Москву. Опять же, ясновидящие, которые видели это своими глазами в своих видениях, они все как один, абсолютно все как один, а я опросил больше 10 человек, они говорили, что мы видим Москву разрушенной, в руинах, и что на месте Москвы просто вот одни кирпичи. Никак не могли понять, кто это сделает, потому что военных действий никаких не предвиделось, и никаких ударов с неба или каких-то цунами, которых у нас, в принципе, быть не может, или еще каких-то природных катаклизмов, тоже ясновидящие не видели. И вот вопрос возникал, откуда все это, откуда грозит угроза. После нескольких лет исследований, то есть вот год или полтора на это ушло, и был поставлен такой эксперимент, когда над Москвой был установлен купол, защитный купол. Этот купол, он проявляется сверху, как строение такое эфемерное, но он же еще и уходит ответной полусферой вниз, внутрь Земли. И вот как раз эта ответная полусфера, она выдавила черных людей из их подземных угодий. И вот после этого были уничтожены 60% этих людей. Они были выдавлены, были уничтожены, были рассеяны. Сейчас они практически без сил. И оставшиеся 20-40% они пытаются осознать ту силу, которая по ним ударила, и пытаются найти себе нового хозяина, уже не претендуя на верховенство в мире. Та же самая ситуация и у нашего руководителя государства. Потому что раньше он точно знал, что существуют некие высшие силы, которые непобедимы. А сегодня ситуация поменялась, что непобедимые силы оказались побеждены. И самое главное, что неизвестно кем. Вот так вот поменялся мир за последние 1.5 года. Многие, те, которые не следят за этой ситуацией, они, конечно, ничего не заметили. Но некоторые, которые отслеживают эту ситуацию, конечно же, пытаются каким-то образом реагировать. Например, очень интересна ситуация Дональда Трампа, американского президента, который на возникновение купола начал реагировать назначением специального прокурора. Он не так давно, несколько месяцев тому назад, назначил специального прокурора по расследованию воздействия, российского воздействия на климат Америки. А российское воздействие климатическое, оно как раз стало результатом установки этого купола, который здесь убирает всю негативную энергию над Москвой и в диаметре 400 километров. А дальше, за пределами вот этой защитной зоны... Сферы, да, как сверху Земли, так и под землей. За пределами этой защитной сферы происходит как бы ответная реакция. То есть эта сфера, она уничтожает тех, кто проявил агрессивные действия по отношению к России и к ее столице. Куда ему же сидеть? Первый раз он под стол залез. Я тебе точно говорю, поэтому он в Кремле вообще не проводит время вообще. Нет, он встречался с ними почти 5000 раз. 5000? Ну, они к нему проходят, и я определенно не составляю тот день. А сейчас нет. Вот, а сейчас они пропали, понимаешь, у него сейчас получается интересная ситуация. Он не знает, куда пропали его хозяева, которые вдруг неожиданно исчезли. Ну, представь саму ситуацию, они приходили к нему и готовили, говорят, мы сейчас
разрушим Москву, вот такие-то планы. Почему Москву разрушают? Там ситуация была вот какая. Москва представляет собой как? Вот уровень земли. Вот здесь Москва, здесь одна часть купола. Ну такая большая. Сфера теперь уже. Сферы, да. Здесь под Москвой море. Под морем проходит дальше нижняя часть этой сферы. И вот ниже этой сферы, туда вот прямо на границе ее, там находится вот эта река энергетическая. Но она сейчас как бы выше границы. Это Млечный путь, да. На родину, да? Да, да. И вот этот купол случайно выдавил этих черных. И они не поняли, кто на них произвел эту атаку. И самое главное, что они перестали появляться к нашему президенту. Проблема. Вчера еще готовились к какому-то акту, а сегодня те, кто готовился, вдруг пропали, их кто-то зачистил. И он, в общем-то, в панике, потому что они его убеждали, они его демонстрировали. Ну, представь, поднять человека, вот, поднять тебя, например, над, в каком-то космическом аппарате условном, ну, такая вот платформочка, там, 1.5 метра в диаметре, без всяких этих ограждений. Вот взлетели над землей, он пальцами щелкнул, от земли остался один остров, щелкнул, опять появились океаны, территории. И когда все это видишь своими глазами, ты понимаешь, что ты наяву, что ты не в каком-то сне, и что тебя не зомбируют, и не, ты не в гипнозе. И тебе дают возможность поговорить еще с людьми будущего, которые тебе говорят, в каких материках говоришь, если здесь вот мы живем всю свою жизнь, якобы, тут не было никаких материков. Итак, обнуляемся. Как только Минобор произнес последние слова, под его ногами появилась левитирующая платформа. На нее же забрался Владимир. В следующее мгновение они взмыли вверх к планете, так высоко, что она стала видна как на ладони. После этого превратился в объемную голограмму. А через секунду на Земле не стало ничего, только решетка, некий остров планеты, напоминающий остров, выброшенный на берег старинного корабля. Владимир обомлел. И когда он все вот это хлебнул, когда все он это увидел своими глазами, и когда ему все это дано было увидеть, вдруг появляется так, что вот эти люди, которые демонстрировали тотальное свое превосходство в мире, вдруг получается так, что их кто-то оттоталил. Кажется, есть еще более тотальное превосходство над ними. То есть, получается, кто-то победил непобедимых. И возникает вопрос теперь, кто в доме хозяин? Ждать теперь, когда придет хозяин, как в сказке «Машенька и три медведя». Да, поспали нормально на кровати. Да, вот а тапочки, сейчас медведи. Да. Кто мои тапочки? Да, медведи теперь придут и сейчас, и, может быть, сядут своим задом и раздают как незаметную Машеньку, а может быть, и оставят у себя проживать. Всего в нашей реальности существует 11 видов существ. Черные эти люди, подземные, это один из этих 11 видов. Воспринимать их следует не так, как биологические объекты, к которым мы привыкли и которыми мы являемся сами. Потому что некоторые существа не являются биологическими объектами, они являются другими участниками нашей игры, которые, собственно, ее обслуживают, которые обслуживают ее некоторые агрегаты. Вот та молочная река, та энергетическая река, о которой я сказал, она является как раз, как говорится, движком нашей игры. И от нее зависит сама игра, ее существование, ее протекание. И вот этот движок обслуживается этими черными. Но вопрос стоит в том, что изначально ли он обслуживается, либо там своя игра идет, когда они захватили, например, этот пульт, удерживают его для контроля над миром. Либо, может быть, это какие-то другие технические решения, виртуальные решения, компьютерные решения. Это предстоит нам узнать скоро. Постепенно раскручиваются, развиваются эти знания о существах, которые населяют нашу планету. Мы постепенно понимаем, что здесь не все так просто, что никаких инопланетян нет, а вся игра сосредоточена только на нашей территории, на нашей планете. Она может быть замкнутой, может быть разомкнутой. Мы в ближайшее время ждем появления нового континента. Он уже начинает прорастать в районе Марианской впадины, где земля уже начинает трескаться. Гавайи, да, и все эти острова. И вот в этой территории начинает появляться континент. С какой-то скоростью он появится. И, может быть, даже при нашей жизни мы увидим, что появилась новая земля, и ее откроет новый Колумб. Вся наша Земля
вся территория нашей игры, она представляется как раз в виде комплексного числа. И надо понимать, что наше проявление, наша сфера жизни – это третье измерение. А существует, как и в математике, в реальной жизни существует гораздо больше уровней измерений. И мы должны просто понимать, что каждое из этих измерений населено, независимо от того, что хотим мы этого, не хотим ли мы этого, есть ли у нас какие доказательства или нет у нас какие доказательства. Многомерность наблюдается в одной точке, и через каждую точку может проходить сразу несколько измерений. Мы можем видеть, как материализуются некоторые объекты. Мы можем видеть, как появляются, пропадают некоторые существа, как они движутся совершенно по другим траекториям. Как вот, например, НЛО, которые превышают разумные достижения в скорости перемещения летательных аппаратов. Но самое главное заключается в том, что мы просто психологически должны подготовиться к тому, что мы существуем здесь и сейчас, и с нами здесь и сейчас существует еще очень много различных персонажей. Одни из них как раз вот эти черные, которые являются объектом наиболее секретным на сегодняшний день. Я не знаю, удастся ли их зафиксировать каким-либо образом, выйдут ли они каким-либо образом на связь, проявятся ли они как-то. Или, может быть, мы о них вот сейчас поговорим, и это будет последний разговор, и больше они исчезнут из этой игры и не появятся никогда.